Дорогой конкурс на интернет в гостевой дом главы Бурятии отменен. Об этом накануне сообщил сам Вячеслав Наговицын. Аукцион был недавно объявлен на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 780 тысяч рублей или 65 тысяч в месяц. Правительство Бурятии каждую неделю будет отчитываться об уровне Байкала и принятых мерах. Эксперты будут исследовать домохозяйства, водозаборы, скважины, колодцы в прибрежных районах, сообщает информационное агентство «Улан-Медиа». Тем временем, по подсчетам специалистов, ущерб от обмеления озера Байкал составит порядка 24 миллиардов рублей. Больше всего должны своим работникам АМТА, Улан-Удэ «Стальмост» и авиазавод. Предприятия стали лидерами по задержке заработной платы в Бурятии. Их долг составляет 55% от всей задолженности по республике, или почти 25 миллионов рублей.